Верховный суд России оставил без изменения приговор четырем жителям Усть-Абаканского района, которые год назад изнасиловали и убили трех гражданок Китая, работниц ташибинских теплиц. Напомню, в феврале трое убийц получили пожизненное заключение. Еще один, который был признан пособником, 16 лет тюрьмы. Но этот приговор совсем не устроил родственников погибших женщин. В Китае до сих пор применяется смертная казнь. Но в России на нее мораторий, поэтому приговор остался прежним. Убийцы проведут в тюрьме всю жизнь.